Пади. Мы тут все такие, давай. Пожалуй, я выиграю. Все с тобой ясно. Не Унылик. обижай. Да поздняк. Все, пиздец. Разбитое сердце ныне не собрать. Ладно, придется вести суши, я понял. Ты еще не здесь? Блять, что за хуйня, нахуй? В смысле, это Я твои вороны? Что за пидорас. хуйня говорит? В смысле? Ужасно. Интересно. Ну ты стелс, ебать. Просто Splinter Cell. Ух ты. Вообще пиздец. Да ты убийца. Зол, зол. Алло, меня слышно? Да. Плохо не слышно. Узелок просто был, но а. Чуть-чуть разбедать. Так, наверное, поэтому плохо слышу. Не, я сейчас начал просто громко говорить. Голос медленно проходит. Он проходит говорю, узел, я... заплетается. Я понял, что ты имеешь в виду, но это не так. Как-то не так. Откуда тебе знать? Вчера, нет, позавчера, короче, ездил в машине и стишок, короче, придумал. Он неплохой, я напишу тебе скину. Бля, ты так сказал, он неплохой, я подумал, что это уже началось стихотворение, бля. Он неплохой, я такой, то а. И все. Надо, конечно, больше на рэп. На рэп? Твой стих-то? Еще раз. Твой стих-то? Да. Это рэпчик. Это рэпчик. Братан не прыг. Я уже боюсь. В смысле, Хэмл? Ты не пиздишь меня? Нихуя себе. Спасибо. Двойной спуск есть. Да ладно. Давай. Раз есть. А, я всё, на дробаш. Легкие. Что там с легкими? Не, спасибо. Воды. Воды не воды, но. Возьми, пожалуйста. На воды. Короче, блогер положил огурец в колу и оставил на сутки. И так и с огурца слезла вся его этот кожура. И тут девушка пишет. Боже, ну такое. Там сахар, а он зубы платит. Ладно. Ну, люди. Люди, бляди. Не, они просто сутки. Так я вот и говорю. Здесь корпусный щит второго уровня. Опа. Там враг. Есть такой. Молодец. Спасибо. Ты за каменной стеной, братан. Да. Молодец, что ты это понял. Лучше поздно осознать, чем совсем не понять. Теперь мне легкий магазин нужен. А я возьму. Здесь затвор для дробовика третьего уровня. Здесь прицел для средней дистанции. Не хочешь? Мне это нужно.
Что там, Мозамбик? Не, а прицел. Блядь, вот я лошара. Я не то выкинул. Не то это что? Я... Здесь прицел. Снайперский. Это умён. Тяжёлый. Сделал так, что я ничего не выкинул. Тяжёлый я выкинул. А где выкинул? Скажи, да я подберу. Куколку тяжёлую. А-а-а. Я уже не помню где. Долбанный элф. Ага. Ищейка, тебе нужна? У меня нету переключателя, поэтому нет. Спасибо. Я сам тебе его отмечал. Мало ли. Тут никого еще не было. О. Здесь прицел. Разведчик. Есть уже. Лесничок. Кольцо близко. Время на нашей стороне. Ну тут были. Че, нельзя? Здесь ячейка щита. Страшно. Повезло нам, мы уже в конце. Здесь тяжелые боеприпасы. Здесь затвор для дробовика второго уровня. Здесь ячейка щита. Здесь ячейка щита. Припасы отправлены. Припасы на подходе. Обожаю добычу. Подбежал. Ну, проверял, а мало ли. Ты что, съел щитом? Да? 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 А у меня опять глючит. Не-не, у меня ива. Тяжелая. Вторая бойма тяжелого есть? Стандартный приклад первого уровня. Мне вообще не понять тяжело. О, спасибо. Я думаю, есть. Святой человек. Одна минута. Кольцо не так далеко. Слышишь, да? Кольцо в непосредственной близости. Осталось меньше. Да что-то мы, наверное, шагаем, нет? А?
что именно слышишь? Выстрелы. Там. В центре круга. Ну. Всего 30 секунд. Кольцо совсем рядом. Я бы сел где-нибудь вон там. Да, ну нахуй, серьезно? Что такое? Здесь прицел для короткой дистанции. Некуда. Ну, три, я долбоёб хотел сказать. Нет. Не, ну если бы ты сказал, я бы понял. Я сам подумываю иногда о себе такую. Я бы так не делал, я тебе так отвечу. Хуя там. Паша. Где? Почесался. Ушами хлопать. Какой Паша? Павел. Это Багира у меня тут. А, да? Да. Так это ты ушами хлопал? Ушами хлопало как раз таки. Я не умею сейчас. Слишком сложно. В жизни надо все уметь. Ну, я тебе что тут, скалолаз что ли? А то! Блин, ну почти. Скалолаз. Сейчас нас примут точно так. Бигдауны, да? Угу. Так, не шуми там. Ок. Блять, ни одной паскуды не вижу. Это я вижу. А я нет. Ай, даже сбегаю. Ой, а тут еще один. Кольцо в непосредственной близости. Осталось меньше минуты. Еще. Ой, еще один нерасчет. 30 секунд. Где они? Так же сад. Где-то они, наверное, в домике, а вторые тоже шкелятся. Ты помнишь, да? Как делаться действие? 10 секунд. Да. Я-то помню. Осталось это исполнить. Но подозреваю, что там могут быть. Да будет карта вашим проводником. Кольцо движется. Вон там. Уверен? 40 секунд. Видел, что ли? Нет, ну, следы 40 секунд. Ого. О, бегут. Может, здесь найдется что-то интересное. Там враг. Вот. Угу. Я тогда отсюда их и будем. Одного уронил. Обходи, обходи эту шутку. Не, козел. Пидарас. Больно бьет. Берется снайпер. Осет, сука. Ух ты, блядь. Ну пускай шумит, пускай шумит. Он подсел. Да. Ползет к нам. У него фиолетовый, гаси его. И на щиты снес. Блять, это пизда на. Ну, поджали, поджали, да.